Встретились мы с одним из производителей смесей гипсовых, который также изъявил желание посетить наш город. С объемом висит 150 миллионов рублей. В части он входит в пятерку крупнейших производителей гипсовых смесей, которые используются в штукатурке, ну, то есть при штукатурке объектов. Поэтому мы в этом проекте очень заинтересованы. У нас есть свободные площадя, таких производств, как ЗКПД, которые сейчас меняют вид деятельности, ДОК и другие объекты, которые у нас есть желание в последующем развивать там индустриальные парки.